Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Baldur's Gate. И я надеюсь, что будет кому смотреть эту серию, поскольку с Ютубом у нас творятся очень интересные дела. Ну, на всякий случай напоминаю, если кто-то вдруг еще смотрит меня на Ютубе, что я пытаюсь все-таки постить видео на Бусти тоже. Там свои, как говорится, проблемы, свои сложности. Ну, надеюсь, что мы с вами найдемся. А еще я подумываю о том, чтобы постримить на Твиче. Ну, это тоже связано со своими нюансами. А у нас свои нюансы в этой игре. Мы дошли до тюрьмы. И надо поискать, где есть тифлинги. Нам же надо их спасти. Вот, да, мысли совершенно о другом, потому что, как бы, ну, да. Найти реликвию Кетарикаторма, это сюда, а сюда спасти цифлингов. Цифлингов, а это секретный тайник, еще один. Мы вроде нашли все тайники. Итак, состав все тоже, с нами лопата, мы выспались. Пошли смотреть, в конце концов, чего тянуть резину. Давай зажгем факелы. То у вас тут темно, опять этот шар дурацкий. И да-да, мы будем собирать кости. Сколько там вы мне писали в скелете? 160 костей? Это, мне кажется, маловато, нет? О, боги. Мы здесь уже были. Нас как-то посадили в камеру, мы сидели там. Но это было, так сказать, в альтернативном варианте. Куда я пришла? Подожди, куда я пришла? Фу, какая гадость. А... Да, я тоже думаю, что далеко. Далеко. На лугу пасется. Фу. И еще одна кость в нашу коллекцию. Так, Сусанин, я сам здесь впервые, поэтому... А-а-а, уже красненькая. Подожди, 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 там кто-то ходит. Отсюда не попасть, да? Ну, мы, наверное, можем видеть, что тут никто на нас пока не кидается. Мы вроде как вольны делать, что хотим пока что. Мы вообще вольны делать, что хотим. В этой игре. Ага. Это та самая яма. Очевидно. Куда? Сброс. Мать женщина. Что это было? Никто ничего не сказал? Совсем? Так, секунду. Мы можем туда пролететь? Нет. Слушай. Сдается мне, что мы были там внизу. Мне так кажется. Точно ничего не хотим сказать. Прыгнуть. Цель, путь перекрыт. Вообще-то как бы можно прыгнуть, да? И? Нет, я не буду туда прыгать. Кто-нибудь что-нибудь скажет? Гейл, ты умный. В любое время счастлив помочь всем, что в моих силах. Самое время поговорить о наших отношениях над этой ямой. Ну, понятно, ясно. Короче, сюда сбрасывают трупы. Ладно. Может, мы найдем какие записочки. Какие-нибудь пояснения, дневники, а что там? Нет, ничего мы не найдем. Пошли, давай посмотрим на всех этих скелетов. Соберем еще немножечко в нашу коллекцию костей. Продолжим. Так, окей, здесь тифлингов нет.
пока не рискую смотреть в эти ящики, которые нам нельзя. И что, никто больше... Народ? Ох уж этот народ. Этот народ. Кстати, Гейл, ты здесь прыгнуть не можешь? Хорошо, не прыгай. Прыгай здесь. Вообще, надо взять с собой, между прочим, Уилла. Мы ему обещали, что когда пойдем искать его отца, мы его возьмем с собой. Так, ты кто? Ревнитель. С узниками не болтать. Абсолют строго запрещает. Окей, 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 как скажешь. Зачем они держат здесь заплесневевший сыр? Тухлые яйца, бананы. Второй вопрос, зачем я все это собираю? Ну ладно, я собираю, я по крайней мере это все продаю. Очень выгодно иногда. Прям по-золотому за штуку. Ай. Ага, ага, ага. Так, 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 а вот и камеры. Слушай, а сюда нам нельзя? А нет, подожди, можно. Нам сказали не разговаривать. Значит, мы не будем разговаривать. О. Хочешь сказать, что ты достанешь? Смотри-ка. А ну-ка, подожди, а зачем? А это у нас что такое? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Могу ли я туда запрыгнуть? Очень интересно. Куда это мы зашли? Какие-то потайные ходы. Угу. Так, и, конечно, моя команда мечты. Гейл, ты что не прыгаешь? Дел, а лопата вон прыгнул. Ты не прыгнул. Может, потому больше никто и не прыгнул, что лопата... А, нет, смотри, они сюда не могут. Они сюда не могут запрыгнуть. О, Гейл. Так, Астарион. Сейчас не до бесед. А ты можешь, ты тоже не можешь. Астарион. Погодь, сейчас погодь. Слишком высоко. Так, короче, Гейл. Уф. Иди сюда. Остальных мы отцепим и будем пробовать прыгать как-то по-другому. Хорошо, подожди, ладно. Давай, Астарион, ты можешь прыгнуть на бочку? Подожди, ну вы же как-то прыгали на бочке. Или на ящике они прыгали. А, нет. Выброси тогда бочку. Надо ящик. Хорошо, тут был и ящик. Архитекторы мы или нет? А, сюда. Вот, на ящик они залезают. Забраться. Теперь. Давай-ка.
Пристегни всех. Не-не-не, тебя не надо пристегивать. Прыгаем. Уходим. Ну вот, 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 вот. Шэдоу. Лопата. Лопата не может прыгнуть. Не может. Не может. Лопата, как же так? Лопата. Ладно, лопата, стой здесь. Что делать? Селяви. Ну, пошли изучать, куда мы тут пришли. Лопату потом заберем. Тем более, это не лопата, это вилка. Кошечка. Пустая. Оп-оп-оп-оп-оп. Молодец, молодец, Шэдоухарт. Холмик. Я вспоминаю, по-моему, по этому пути мы уже ходили, когда в альтернативном прохождении, в альтернативной серии, убегали из тюрьмы. По-моему, как раз этим путем мы и шли. А это значит, что впереди у нас сейчас будет клыкастый ужас, да? Стоит нам туда вообще спускаться-то? Давай пока не будем. Так, окей, там мы все разведали. Пошли сюда. Деревянная булочка. Камень, я его чую. Полость за черной стеной, а за ней вода. Да кто это там? Ставлю последний медяк. Это, возможно, наш шанс, господин. Какой господин? Кто-то там. Кто-то роет подкоп. Ой-ой-ой-ой. Давай-ка мы пока не будем подходить к этой стене. О, дубинки. Бочечки. Поганки. Боже, что это? Окорок в меду? Странно. Он единственный сохранился. Наверное, мед это хороший консервант. Ну да, ну да. Все остальное тухлое. Шлюп. И что? Пока лодка крепко привязана веревками к пристани, она не сдвинется с места. Слушай, это мы говорим? Я почему-то не слышу, что кто-то что-то говорил. Привязаны хрупкие цепи. А мы их можем? Можем. Долго же мы их будем колотить. Угу, вот еще одна. Дай попробуем, может, латандером. О, другое дело. Так, и что теперь? Течение очень мощное. Оно так и тащит лодку. Если ты уплывешь сейчас, этим путем в лунные башни ты уже не вернешься. А-а-а. Можем уплыть. Не-не-не-не-не. У нас еще тут куча дел. Подожди, куда меня? Нет. Фу. Я думала, что мы все-таки поплыли. Так-так-так. Интересно. Так, тут еще куча всего. Короткий лук, дубинка, дубинка, дубинка. Легкий арбалет, копье. Потом соберем. Ладно, пошли дальше смотреть. Ведро с рыбой.
Сейчас, я сейчас перевешусь, потом. Потом будем все собирать. Ой-ой, господи. Кто тут попрятал этих кладов? Немеренно. Ну-ка. Это что? Слиток бронзы. Угу. Одна. Точка. А. Секретный тайник. Секундочку. Это вот он и был? Судя по всему, да. Только почему не ушел значок вопроса? Странно, ладно. Ага, и там опять стена. Подожди. Так, ладно, очевидно, это какие-то ходы, отходы, уходы. Давай-ка мы вернемся обратно к лопате. Мы все разведали, сейчас посмотрим на план. И будем думать стратегию. А еще надо зайти, там есть какая-то черная комната посередине. Вот это вот. Так, значит, смотри. Ага. Это, очевидно, и есть камера заключенных. Что это такое странное? Камера заключенных. Сюда мы спускаемся вниз. Так, это камера, наверное. Надо сюда зайти. И... Надо, наверное, все обижать по кругу и все. Так что сейчас поймем. Наверное. Куда мы вышли? Отсюда? Да, отсюда. Так, лопата, ты давай-ка уходи оттуда. Мы сейчас туда будем прыгать, а ты нам будешь мешать. Давай-давай. С ворчанием таким бежит. Да что ж такое-то? Лежит плашмя. А... То есть обратно сюда уже не прыгнуть. Ну ладно. Значит, прыгнем так. А вы как хотите. Ворона спустилась. А вся... Астариончик спустился. Так. Смотри, они прыгают мимо этого ящика. Даже Гейл. Ну вот. Счастливое воссоединение. Так, нам сказали не разговаривать с пленными. Тут вообще кого-то завалило. Записочки. Золото. И мы сидели вот в той вот, в соседней клетке сидели. Точно, точно. Ну, это явно какая-то пыточная была, да? Судя по этому столу. Ладно, пошли дальше. Вульбран. Никельс. Нимбл. Кстати, да-да, Вульбран. Вот и Вульбран. Так, а кто там дальше? Вот, похоже, тифлинги. Я помню, что да, они там были. Ну, окей, ладно. Это чего-то он говорит, я отдал свой последний... Ладно, пока ты сама. Давай посмотрим, что тут. Надеюсь, нас же не будут сразу бить. Ты кто? Начальница тюрьмы. А, начальница тюрьмы. Могу залезть наверх. Че, давай сразу поговорим. Кого-то ты мне напоминаешь, верно? Мы раньше встречались.
В смысле? Хотя, пожалуй, нет. Внешность у тебя уже более... больно никакая. В общем, что бы тебе тут ни было нужно, запомни, с узниками говорить никому не позволяется. Адепт Бальтазар недвусмысленно это запретил. Что парится у нее в голове? Меня правила не касаются, захочу и поговорю, а что такой запрет, ты будешь меня уважать, я верная. Твои соплеменники-тифлинги сидят тут в плену, тебя это не беспокоит? А герцога у вас случайно нет? Я так спрошу. Ну ладно, давай пороемся у нее в мыслях. Давай сделаем их пяточку на всякий случай. Ну, в мыслишках париться надо, надо. Мудрость, да? Какая себе у нас мудрость? Давай, давай, уже сохраняйся. Сохраняйся, если хочешь быть здоров. Все? Нет, не все. А. Ладно. Так, 13 надо выбросить. Ну, давай попробуем. Замечательно. Твой разум наполняет информация об устройстве тюрьмы, о маленьких рычажках позади ее рабочего стола, что открывает двери во все камеры, и о большом рычаге, что включает сигнал тревоги. О конфискованных у пленников любопытных предметах, что хранятся в комнате под ее кабинетом. Стоит лишь забраться по лестнице. Если хочешь пялиться, окажи любезность. Сделай это не у меня под носом, началом. Итак, ходи где хочешь, но с пленником не разговаривай. Ага, ага, ага. Сейчас, подожди, дайте мне кого-нибудь. Гейл. Там это... Дверь закрой. Угу. На всякий случай сюда поближе отойди. Вот, а мы вернемся к разговору. Так, герцога нету? Судя по имени, какая-то важная птица. Мне же тут, боюсь, оставили одни лишь отбросы. Угу. Так, у тебя тифлинги тут сидят. Это тебя не беспокоит? Любой, кто идет против Абсолют, для меня чужак враг, верное. Советую это запомнить. Чем, мне кажется, ее надо прибить. Меня правила не касается, захочу и поговорю. А чего такой запрет? У адепта Бальтазара на них свои планы. Я бы на твоем месте не рисковала их спутать. А давай-ка скажем, ты будешь меня уважать на колени. О, какая же лапочка. Ты что, думаешь, что на тебе свет клином сошелся? Ты пешка верная, мелкая, незначительная и, прежде всего, заменимая. Не забывай об этом. Она говорит почти что ласково. А я все равно буду хамить. Меня правила не касаются. Вот как? Значит, ты очень важная птица. Если главный советник генерала Кеттерика тебя не указ. Он уже... А сквозь насмешку проглядывает ее подлинное намерение. Она играет с тобой в кошки-мышки. Ах, кошки-мышки, твою мать. Не велели нам играть. Я здесь для того, чтобы не в игры играть. Мне надо поговорить с пленниками живо. Чтоб ты знала, я наперсница Бальтазара. Я новая любимица Кеттерика. Что так, что эдак. Обман может не пройти. Ой, не пройти, потому что что-то плохо у меня все. Давай-ка я ей сейчас скажу живо. Ну-ка, живо! На колени. Такими словами можно напугать столько младенца, да щенят, верное. Со мной этот трюк не пойдет. Не пойдет. Ума не приложу, зачем столь солидному лицу вообще разговаривать с пленниками. Но, быть может, небольшое пожертвование меня переубедит. Ты что такое, держи карман? Держи карман шире. Да не хочу я с ней, иди нафиг. Жаль, а то я подумала сделать для себя исключение. Иди, иди, верная. Приятного тебе дня. Она прям не хочет. Смотри, не хочет. Надо было обманывать. Ну, чувствуй себя как дома. Только язык не распускай с узниками. Запрещено.
Я тебя и в первый раз услышала. А может, есть у вас герцог? Нет, она говорит то же самое. Так, да. А вот дерзить не надо, пусть ты и верная, но если понадобится, волю абсолют я исполню, не задумываясь. Ладно, полезли наверх. Мысли не попасть. Да, надо было, конечно. Так, ага. Оказывается, это было запретное место, а теперь этот стражник кое-куда запрет себя. А что, почему? А кто сказал, что на эту лестницу нельзя было забираться? Согласиться, отправиться за решетку, попытаться заговорить зубы, попробовать убедить их, что ты можешь здесь находиться. Попробовать заплатить, идите. Фига себе. Какие игрушки? Так, давай попробуем убедимых. Обман. Это же твой старый друг. Инга Джо, ты не закроешь передо мной дверь. Так, ну, обман у нас, как известно, из-за пуговины. Ага. Убеждение получше. Я просто осмотрюсь тут и все. Ничего такого. Ты меня даже не заметишь. Ну-ка. Ого. 22 надо выкинуть. Ну, друзья мои, если я не выкину, а я не выкину, я не буду переигрывать. Ну что, продолжим. Страж порядка сохраняет безучастный вид. Твоя речь оказалась неубедительной. Атаковать. Она ушла в невидимость. Так. Что-то как-то мы отхватили. Гейл, а ты что делаешь внизу? Твоя, кстати, эта ударная волна в прошлый раз очень странно подействовала. Так, один шарик мы испарили. Окей. А кто где кого бить-то надо? Пойди подальше. Астарион, ты сможешь пристрелить шарик? Молодец, Астарион. Отойди. Лопата, давай-ка в устрашение. Она где-то здесь. Она где-то здесь. Давай-ка, лопата, ты встанешь вот сюда вот. Будешь сторожить вход. Может ли нам фейское сияние, чтобы обнаружить? Так-ка моего. Но тут я его ее увижу, вернее. А вот внизу. Черт, как бы мне вниз-то бросить. Это фейское сияние. Цель в невидимости. Вне зоны видимости. Ладно, тогда не фейское сияние, тогда шипастая поросль. Причем вниз. Как вам такое? Лопата, ты стой и не бегай. Опять вне зоны. Да что ж ты будешь делать? Так, подожди. Ворона. Ты можешь уйти отсюда? Так, сейчас я переключусь. Так, Shadow Heart. Ты можешь куда-нибудь... тоже уйти. Вот. А я буду кидать шипастую поросль, когда увижу свою цель.
Для этого надо было слезть. Ага, вот она, голубушка. Пойдем-ка мы обратно. Стрельнуть я по ней уже не успею. Так, бедная лопата. Бедная лопата. Отменить конец хода. Ты сможешь еще залезть наверх. Ой, лопата сдоха. Почему? Что у нас лестница тоже была в поросли? Сдох, лопата, сдох. Ладно. Как-нибудь мы его воскресим. Так, Shadowheart, тебе, наверное... Попробуй ей приказать бежать. По шипастой поросли босичком. Если она, конечно, ее достанет. Ну-ка. Пробуем. Приказ бежать. Прошел. Прошел. Прошел приказ. Так, Шедик, а ты давай-ка что-нибудь сглотни. Такое легенькое. А, не может она уже. Ну ладно. Не может. Отойди, чтоб твою... Хотя, подожди, приказ бежать — это же не концентрация, нет? Приказ бежать сработал, да-да. Давай-ка мы уйдем. Ворона, тоже уйдем. Я хочу сейчас... Старион, а что такое? Приказ бежать не сработал? А, все, да? Причем это временная враждебность у нее там. Ладно. Очень неудобно стоит. Ну, как-нибудь ты достанешь до нее. Удача. Давай. А зачем на Астариона-то? Псионическую отдачу. Мысли. Сейчас я не поняла. Подожди, у нас там никаких старин. У тебя есть что-нибудь такое легенькое тоже? Да, в принципе, себе не обязательно сейчас что-то пить. Так вот, подожди, что у нас? Обнаружение, тролливали? Нет, никаких. Никаких побочных эффектов нет. Очень странно. Сработал этот эффект. Так, ну пошли дальше. А почему она пропустила свой ход? Промазали. Сюда не попасть, сюда не попасть. Так, Гейл. Гейлу тоже сюда подойти надо, чтобы увидеть эту тетку. Как же так ты ее не видишь, а? Вот же она. И куда ты это поставил? Молодец. Это хорошо. Но это не то, что нужно. Боже мой. Ладно, ушли отсюда. Ушли отсюда все, Шедди. Ну нет, все тут столпились, все. Конец хода. Конец хода. Давай, беги, ментальная усталость. Угу. Ах, вот оно что. Отвянь. Чьи были кинжалы? Астарион? Нет, Гейла, 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 твои, да? Убери.
Убирай. Ну что, теперь вся тюрьма против нас, как вы думаете? Ключ от стража лунных башен. Тюремный ключ. Амулет сути чар. Восстанови... О-о-о. Гейл. Украсть. Так, неполные латы идут. Шедоухард. Она пускай все это таскает. Тяжелый арбалет. Стрела. Зелье. Так. Как это not help? Как это, ну, о, золотой кубок. Чем мы тут натырим? Кольцо. Нищенское ожерелье. А, начищенное ожерелье. Нищенское ожерелье. Так, сундуки, планы вторжения. Кстати, начальница тюрьмы. Я могу тебя метнуть? Нет, не могу. Подобрать могу. Очень сильная перегрузка. Я не хочу, чтобы она здесь лежала. Где она у меня сейчас? Скаем с собой начальницу тюрьмы. Вот. Пусть лежит здесь. Так, ну что, давай заглянем в сундучки. Что у нас там заперто? А как, мы же ключ взяли? Нет, что? Так, ну план вторжения мы уже видели. Карта побережья, большая красная стрелка тянется с востока и разветвляется на множество маленьких стрелочек. Планы наступления абсолют. Это мы уже видели, поэтому крадем, добавляем в товары. Так, здесь у нас сундучок, книжечки. Перо. Морковь. Так, ладно, Астарион, давай, раз не открыть, вскрывай. Так, и этот тоже скрывай. Что у нас там? Ага, всякие зелья и золотые кубки. А здесь... Угу. Всякие лекарства. Неплохо, неплохо. Неплохо. Что еще у нас тут? Кошелек. Подожди, а где-то был разговор про рычаги. Сундук для улик. А, вот ключ от чего был. Обруч последней черты. У последней черты владелец получает бонус плюс один. Коэффициент силы испытаний против... Заклинание, когда ему угрожает опасность. Что-то подобное у нас уже было. А здесь вообще ничего? Очевидно, это сундук, где были бы наши вещи. Если бы нас посадили. Но нас не посадили, мы сопротивлялись. Лежанка, соперный набор. Я ничего не вижу. Шипастую поросль я пока убирать не буду. Она там лежит? Вот пускай и лежит. А вдруг кто зайдет? Ботинки на тонкой подошве. Заберем все. О! А! Подожди, а как так? Тут можно было зайти? Как интересно. Как интересненько. Ага. Тут можно и поверху побегать. Ладно. Ладно. Лаком с маслом, кольчужная рубашка, плещи.
Молот Вульбрана. Берем. Лопата Вульбрана. Тухлая рыба Вульбрана. Так, мешок из рогожи. И что это, кирка? О себе. Так, так, так. А где рычаги? Рычаги сказали где-то внизу. Ну, вроде все обыскали, да? Вроде все. Тут. Второму кругу. Ладно. Ладно, давай-ка выберемся сюда, посмотрим, что у нас. Да, мы тут можем. Теоретически мы можем, наверное. Ага, здесь мы были. Где я? Лопату убили. Убили враги. Да нет, тут больше делать нечего. Давай-ка сюда. Как сюда не попасть? Смотрим все бочки. Как не попасть? Опять не попасть. Прыгать надо. Ладно. Кстати, пора, наверное, снимать шипастую поросль. Тюремный ключ. Вот он откуда был, да? Окей. Вот-вот-вот-вот. Рычаги-рычаги. Слушай, ну если мы сейчас выпустим всех пленников, их же поубивают. Я думаю, что, наверное, не стоит это делать. А общие камеры... Тюрьма в лунных башнях. Рычаг второй камеры. Первый, третий. Надо пройти, посмотреть, а может быть и поговорить. Так, смотри-ка, журнал учета пленников. А ну-ка. Перечень всех пленных, прошедших через подземья лунных башен. Страница начинается следующей записью. Фиона Перышко, передано введение адепта Бальтазара. Сух Фураха, найден мертвым в камере. Останки отправлены на кухню. Какой ужас. Гнолом. Аннушка Тарасова. Какая прелесть. Присягнула абсолют. Отправлена на процедуру подчинения. Примечание. Опыты адепта Бальтазара отныне имеют приоритет всех пленных отправлять к нему в лабораторию по его возвращении. Включая следующих. Нимбл Пантернон, Никельс, Зельтрон, Вульбрен Бонгл. Вот, Вульбрен, Вульбрен нам нужен. Вот он нам и нужен. Мы его обещали спасти. Так, ну давай уже лазить везде. Что это такое? Ага. Стопка книг. Перо. Планы вторжения мы уже видели. Прям на каждом углу у них планы вторжения. Все берем. И забытый храм тоже берем. Угу. Тюремный ключ. Так, все здесь у нас, да? Не трогаем пока рычаги. Да, давай, зажги свет-то. Че нет? Че нет-то? Наверное, свечи закончились. Ага, так, это сюда. Это сюда пошли. Вульбрен. Пошли разговаривать. Я даже прятаться не буду. Или спрятаться. Да ладно. Нимбл,
Нимбл, ищи зазоры, трещины, что угодно, чтобы рычаг... Тебя перебили на полуслове. Эти ужники предназначены лично адепту Бальтазару. У меня есть разрешение Бальтазара, спросите его. Да, поехали, да, иди спрашивай Бальтазара на том свете. Так, эликсир универсальности человека мы не будем пить. Вот прям не будем. Не тот случай. Ну-ка, вау, политический успех. Иди спрашивай Бальтазара. Твоя связь с адептом Бальтазаром вызывает уважение и толику страха. Тебе разрешено говорить с узниками? Глаза у нее округлились. Так вот, Бонгл, ты так этого стражника отбрила, словно ты сама Абсолют, что тебе вообще от нас нужно? Я могу помочь вам бежать отсюда, если заплатите. Хочу помучить себя в спокойной обстановке. Я помогу вам бежать. Хм, и чего ради? Интересно. Ради большого мешка с деньгами. Баркрут рассказал мне, что вы здесь, и попросил помочь. Я знаю, что здесь сидят тифлинги, и я хочу вас всех вытащить. Я сама себе хозяйка, обман. Я тайный агент огненного кулака. Не, мы не будем так. Подыхай тут. Ну, давай-ка скажем, что Баркрут рассказал мне. Барк где-то здесь, а я-то думала, у него кишка тонка. Нет, у него не тонка. Если бы он тебя послал, то вовсе... То ты не слуга Абсолют. Ты прямо волк в овечьей шкуре, да? Похоже, это судьбоносная встреча. Я Вульбран, да? Что ты говоришь? Так, меня зовут Инга Джоу, приятно познакомиться. Давай заведем светскую беседу. У нас есть план, тифлингам он тоже зайдет, но без нужного снаряжения нам его не воплотить. Нужны инструменты. Это наша сумасшедшая баба прикарманила. Но сойдет что угодно, даже не гномского качества, лишь бы камень дробила. Найдешь что, брось меня через решетку, только Гаэрдалом. Прошу. Так, чтобы чего? Чтобы чего? Подожди, это очень важно. А ну-ка, диалоги. Только Гаэрдалом прошу так, чтобы охранники тебя за этим не застукали, иначе нам обоим конец. Да ладно, я... Камень, я его чую. Слушай, Вульбран, знаешь что? Я так думаю, что нам надо, может быть, поговорить с тифлингами еще. Тут охранник-то, сколько его тут? Лия. Лия, это сестра. Хочешь нам помочь? Гномы там, дальше по коридору, что-то задумали. Скажи им, что мы в деле. Я с ним уже поговорила, у нас есть план. Чтобы это ни было, мы в деле. Не бросайте нас здесь. Никто не собирается вас здесь бросать. А здесь кто? Груда костей, груда костей. Слушай, а ведь здесь еще были, да, стражники? А знаешь, тебе чего, любой из них может стать верным, если примет Абсолют. Давай-ка мы сюда сбегаем. Придется всех еще сильнее вздрючить, чтоб ни о чем, кроме своих богов, думать не могли. Тяжелодубовые двери. А это куда вообще? Вы кто? Держись от узников на расстоянии. Эти уже что угодно выкинуть могут. Все под контролем. Груз нижних уровней уже отправлен в доки. А, уж не те ли доки, которые мы видели. Мы видели там лодку. Так, и это туда наверх. Ну вот, смотри, мы все разведали. Тут не так много стражников на самом деле. И можно, в принципе, замутить. Я думаю, что можно и нужно замутить. Но надо шарик прибить, да? Надо же прибить шарик. Где у нас шарик? Гейл, у тебя осталась еще твоя громовая волна? Да, осталось. Пошли ты. Хотя этот
Куда я побежала? Гейл, здесь, наверное, нам не стоит. Давай подождем этот шарик здесь. Народ, вы уйдите все. Шмяк. Шарика нет, и никто не видел. Никто не видел. Все было очень тихо. Да вниз не попасть, интересно. Вроде как нет. Так, ну что, стражников надо как-то тихо прибрать, наверное, да? Убийца! А что убийца? Кто убийца? А что, кто-то что-то увидел? В смысле убийца? Что тут стряслось? Старион. С кем надо быть, чтоб творить такое, да, не говори. Какой ужас. А почему мы все бежим за Старионом? Нет, не все. Старион, ты вообще что-то делаешь или что? Отсутствует цель. Отсутствует цель, Старион. Разбили шарик. Какой ужас, да? Хранится. Долго мы за ней будем бегать. Цель слишком далеко. Слушай, режь ее просто так. А, там еще один стражник. Нет, я не хочу. Хотя, с другой стороны, какая разница. Сейчас она пойдет обратно, мы ее тут и прихватим. Вот иди сюда в тень. Если ты тут присядешь. Да вы же ты за ней иди же, господи! К черту. Тебя арестовывают за нападение, и судя по физиономиям стражников, это ты еще легко отделался. Такое. Только Старион атакуют. Ага. А мы давай сейчас все присядем. А, черт, тут эти увидят нас. Кто-то еще ходит. Кто это ходит? Ну, эти нас сейчас рассекретят. Ну да. Да. Давай, ворона, проклятие. Так, Астарион, ты все. Мы сейчас тоже, пожалуй, просто стрельнем. А, не надо нам. Не надо нам пока что удачи. Ставлю последний медиак. Что, что? Да, это ваш шанс. Это ваш шанс.
Убейте всех. Гейл, давай. А почему у нее вдруг плюс один? Шэдоу, я надеюсь, ты не промахнешься. Там единичка. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Жалко их? Нет. Нет, не жалко. Боевой посох, между прочим. Так, сейчас подожди, Вульбран. Сейчас. Сейчас все будет. Этих мы убрали. Тут вот есть у нас кто-то. Стариончик, давай сюда. Вперед. Тебя арестовывают за нападение, и судя по физиономии стражников, легко отделался. Астерион, ты че его не это самое, не добил? Не добил ты его? Куси, что ли, тогда? Вот. А че, все? А. Ладно. Промахнулся, блин. Старион, это плохо. Добежим мы? Нет, мы не добежим. Это не тот бой, где надо использовать все вот это вот. Не добежим, да? Ну давай сюда. Так, ворона сделала свое дело. Гейл, ты, наверное, тоже просто стрельнешь. Вот. Смотри, какая у него там была... как он называется-то этот? Кто сейчас собирал? Гил собирал? Сфера-то, которая притягивает... Где она? Это я брала. Пустотный клубень. Ага. Давненько он мне не попадался. Так. Соберем еще одну косточку. Ну что, можно уже подходить к Ульбруну? Можно их... спасать. Может, не трогать тогда этих стражников, которые вот там далеко стоят? Ну, как бы и бог с ними, стоят они там и стоят. Они же на нас сейчас не бросятся. У нас все было тихо-гладко, да? Да. Да, все тихо, все гладко. Тебе бы стоило с узниками быть помягче. Любой из них может стать верным. Видишь, какие они? Они даже хотят, чтобы помягче были с узниками. Ладно, пошли. Вульбран. Где ты? Когда нас подадут на блюдечке некроманту. Мы доставим вас в рода Балтура, господин. Я клянусь. А то без меня все будет напрасно. Гномы Железной Руки обязаны добиться своего. Слушай, а можно поподробнее, Вульбран? Милая моя, ты прямо как ветер. Удалось тебе найти инструменты? А...
Мне тут попался молот, это твой, да. Кое-какие нашла. На чем ты? У-у-у-у. Пока не о чем говорить. Так, это твой молот? А, великий Гердел, вот уж не думал, что увижу его снова. Спасибо тебе. Мы хотим подождать, пока все утихнет, и тогда вынесем заднюю стену. По дороге захватим тифлингов, пригодятся на случай драки. Но у тебя самая ответственная задача. Как выдвинемся, будешь отвлекать стражников. Если эти гады нас засекут, сюда весь клепанный гарнизон башен сбежится. F5? Ну, наверное, пора. Двинемся, когда все стихнет. До тех пор ждем. Ремесленник. Ой, подожди. Господи, а я могу к тебе туда? Он там лупит стену. А я могу к нему туда? Не, нам, очевидно, придется вот сюда вот опять бежать. Вот сюда наверх. Прыгай. Прыгать сюда и бежать вот туда вот. Народ, давайте за мной. Я вам там ящички подставила. Где-то они тут были. Так, ну что, конечно, не все со мной бегут. Кто? Только Шедухард. Молодец. Гейл там где-то опять застрял. Ага. Так, подожди, они уже сбежали. А тифлинги где? Ну и все, и никакой... Лодка готова к отплытию, осталось только отчалить. Пока что мой план спрятаться на воде. Или у тебя есть идея получше? Я пойду с тобой, я знаю одно место, называется таверна «Последний свет», там ты будешь в безопасности. Правь на восток, ищи таверну «Последний свет», там тебе будут рады, я бы на твоем месте осталась на воде. Но это тебе решать, хватит болтать, полезай уже в треклятую лодку. Короче, иди в «Последний свет», мы здесь еще останемся. Кто-то выжил в этом одище, с этого надо было начинать. Там мы увидимся. Что-то как-то тифлингов-то сколько их? Всего четверо. А где все остальные? Под замком. Спасти всех пленников из подземной лунной башни. Значит, мы еще не всех тифлингов спасли. Или все-таки кого-то прибили? Как туда не попасть? Как-то туда не попасть. Так, тут они сидели. Тифлинги. А, здрасте, мальчики. Ну, чё, как живем? Как поживаем? Все нормально? Слушай, а у них туда... А, слушай, подожди, Гейл. Там у нас рычаги были. Иди-ка сбегай, открой. Теперь уже можно открыть. Давай, иди, рычаг. Первый, второй, третий, все открывай. Открыто. Дневник заключенного. Пошли читать. Здесь внизу можно услышать всякое. От людей, которым больше нечего терять и незачем хранить тайны.
Здесь говорят, что Кеттерик неуязвим, да вот только не совсем. Что у него есть какая-то реликвия или что-то такое в мавзолее. Связь, вот что ты слышишь. И ты слышишь, что связь можно разорвать. Ты слышишь вот такие вещи, но в основном ты слышишь их от тех, кто уже сошел с ума. Разве мы это не читали? Или мы это читали, но вот в этом альтернативном варианте я уже ничего не помню. Мне уже смешались в кучу. Поняли люди. Так, тут сидели гномы. Вот они все разбили. Ладно. Водичка. Так, ага, это опять пыточная. Ой, как интересно. Холмик. Тут тоже кто-то что-то закопал. Отрезанный палец великана. Тут сидел великан. Стопка грязных полотенец. Нет, я их брать не буду. Грязное полотенце, кишки. Ведро. Совсем новые кандалы, начищенные до блеска. А, жесть, жесть, жесть. Так, ну ладно. Так, а, вон еще скелет. Сколько их тут? Вообще всех завалили. Да-да, все, мы собираем кости. Я прямо воодушевилась этой мыслью собрать 60 костей. Правда, мы их продаем? Я их не считаю. Ножик. И помидорчик. Так, так, так. Ладно, в ту дырку-то мы прыгать не будем. Это мы выкопали. Давай, пошли сюда. Как тут гномы бежали. Пойдем по их следам. Угу, смотри, я думала, они соберут тут всякие эти дубинки и так далее. Не стали они ничего брать, а мы возьмем. Мы возьмем все. Мы все продадим, нам все надо. Да тут мешки взялись. Неужели я что-то пропустила? Так. Бочка. Это очень странный был маневр. Удивительный. Ладно. Мы ничего не оставим. Смотри, копья новенькие. Сейчас, если там... О, ну вот, все, здравствуй, перевес. Если мы сейчас... если этот оружейник на нас сейчас не озлобится, когда мы пойдем туда наверх, то мы сейчас прям наживемся. Мы ему все это продадим. Ведро с рыбы тоже. Так, ну все. Ящик. Просто ящик. Так, подожди, давай-ка мы все лишнее. Кольчужная рубаха. Шедухар. То, что потяжелее. А, ну вот. Это, в принципе, и было то, что потяжелее. Всякая там бежанка. Вот, и снова можем бегать. Должны. Должны мочь бегать. Ну и все, да, лодочка ушла. Ладно, возвращаемся. Ну что, интересно, стражники там так и стоят, судачат? Ну
все же вроде как в тюрьме. А, подожди, а герцог? Так, ладно, доберемся мы и до герцога, но сначала давай сюда. Кто-то еще на марше будет. Слушай, и меня беспокоит задание спасти тифлингов. Найти реликвию. Путь святая святых открыт. Реликвия ждет нас впереди. Это все понятно. Так, узнать принца Орфея. Спасти Вульбрана. Вульбран добрался до последнего света. Нужно сообщить об этом Баркуруту. Они там сами не встретятся. Спасти тифлингов. Тифлинги благополучно добрались до последнего света. А, надо с ними поговорить. Окей. Некромантия от Хая у нас тут еще висит. Так, с Рафаилом мы закончили. Это все завершенное задание. Ладно, друзья мои, что ж, пошли тогда. Сейчас посмотрим. Кинуться на нас там. Но не должны, они же тут. Даже эти ничего не знают. Даже эти ничего не услышали, не прослышали. Тут все тихо, тут все спокойно. Пошли торговать. Лани. Тарф. Абсолют, абсолют, абсолют. Ля-ля-ля. Во-первых, все товары мы тебе продадим. Так, меня тут просили посмотреть, сколько стоит стрела с дымным порохом. Стоит 120 рублей. Хорошая вещь, говорят. Купим ее. Вот. Ну и я останусь торговать с Лани. А не, он не Лани. Он Лан. Вот. Это будет долго, друзья мои. Поэтому давайте-ка, наверное, здесь мы с вами расстанемся. Прямо в этом меню торговли. Встретимся в следующей серии. А всем, кто посмотрел это, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.